Они тренируются, не жалея себя. Несмотря на долгий перерыв во время пандемии, бийские и новоплавцы сумели собрать всю волю в кулак и результативно выступили на двух чемпионатах России. Сначала на короткой воде в Краснодаре, затем почти сразу же на длинной воде в Уфе. Это была самая, наверное, непредсказуемая подготовка, потому что мы готовились изначально в 2020 году к Краснодару, потом резко вот пандемия, и то есть вся подготовка, то есть у нас вода появилась только в сентябре. Вот мы полгода не плавали вообще, то есть только вот зал, либо дома, какие-нибудь тренажеры и все. Вот подготовка была такая вот непонятная, могу так сказать. На последних соревнованиях в Уфе биичане завоевали 22 медали различного достоинства и заняли второе общекомандное место в составе сборной Алтайского края. По словам спортсменов, конкуренция была сильная, но они справились. Ведь на кону стояло слишком многое, в том числе и отбор на Паралимпиаду. Особо отличился Роман Жданов. На его счету 7 золотых наград, 6 личных и 1 командная в эстафете. Кроме этого, биичанин установил несколько новых рекордов России и Европы. Я не ставил себе целью именно, чтобы проплыть по рекордам. И я просто ставил себе цель проплыть по своему времени, чтобы не уходить от себя именно далеко. Соперники каждый год, они развиваются, их результаты тоже не стоят на месте. Но просто, видимо, я в данный момент чуточку сильнее оказываюсь их, и как бы получается вот так вот. По итогам соревнований в состав сборной России вошли 40 лучших спортсменов. В их числе четверо бийских инвоплавцов – Роман Жданов, Юрий Лучкин, Егор Ефросинин и Артур Кубасов. Они отобрались на чемпионат Европы, который пройдет в середине мая в Португалии. Ребята работают на все 100%. Они прекрасно отдают отчет, к чему они готовятся. Вот, то есть вот этот сезон у нас получается предолимпийский, поэтому они себя не жалеют, терпят, и боль терпят, и тренировки терпят, нагрузку всю терпят. Каждый тренер ожидает и ждет от своих подопечных. Вот. Ну, я верю в своих мальчишек. Я знаю, что они могут стрельнуть, и достаточно хорошо. Что касается летних паралимпийских игр 2021 года в Токио, то они состоятся. И биичане примут в них участие. У наших спортсменов будет возможность доказать, что они достойны побороться за главные спортивные награды. Ну а пока желаем пловцам ярких выступлений в Португалии на чемпионате Европы. Кристина Мельхова, Иван Зяблицкий. Будни.